Это, как я понимаю, главная площадь Розы Хутор. Вот короче, знаете, как я вам расскажу? Если вы хотите движняк, если вам нужно море, если вам нужно, не знаю, пляжи, куча других отдыхающих, то, пожалуйста, это Адлер Сочи. Вот. И если вам необходим отдых, горы, свежий воздух, это, конечно же, Красная Поляна и Роза Хутор. И, наверное, даже больше Роза Хутор, потому что здесь покрасивше, как мне кажется. Здесь протекает горная речка, как вы уже поняли, да? Так вот вечером все это дело красиво выглядит. Класс. Так, ребятушки, ну... спустился я на Красную Поляну. Решился прогуляться по ней. Так, ребятки, я уже вроде сказал, да, что нахожусь в Красной Поляне. Здесь, конечно, движняк, суета. Ну, короче, отдых уже не такой лайтовый, как в Розе Хутор. Так, ребятушки, ну вот у нас с вами, в общем-то, казино. И дальше находится отель Marriott. В общем-то, это, наверное, самые дорогие места, которые здесь есть, чтобы вы понимали. Ну, естественно, они круто светятся и так далее. Такие прям здания монументальные. Отель Marriott, кстати, 5 звезд. Ты прям подходишь сюда, прям чувствуешь, что 5 звезд, да. У входа. Довольно-таки интересненько так сделано, да?